Известному российскому композитору Леониду Десятникову исполнилось 55 лет. В праздничный день юбиляр представил новую программу «Second Hand. Отзвуки, транскрипции, посвящения». Программа называется «Second Hand», потому что она почти целиком на 90 или 85% состоит из неоригинальной музыки. Она состоит из транскрипции, обработок, посвящений, переложений. То есть чужой музыки, с которой я как композитор и как транскриптор, как переводчик имел дело на протяжении всей своей трудовой жизни. Кроме подготовки этой программы, Леонид Десятников работает над балетом для Большого театра по роману Бальзака «Утраченные иллюзии».